Мы выполняем, возвращаемся в прошлое, воплощаем решение. На машине времени. Да вот, куда спустились? У меня покажет пункты. Они как раз обычно охранники НТВ смотрят. О, калитка снята, все. На операцию? Да. Плавы. В озеро. Да вы что, в озеро? Нет, мы же там были. Никаких. Никакого мусора. Чипилы. Там, да. Давайте помойте. Конечно. Нет, если бы мы ее забрали, это было бы раз. Калитка снята, потому что она здесь незаконна. Наконец-то появился проход. Ну просто покажите ее нас выполнить. Нет, полагаю, домой я буду. Вы кража или не кража? Кусок металла с этого стоит. Давай я возьму на тебя эту кражу. Нет, пьяность это не благородно. Это будет моя кража. Да, тут хочет. Если металл стоит у нас тоже с металла, да? А другие, которые у них документы. Скорее, это ваше личное решение. Нет, есть документы, ее нет. У меня была копия, я ее отдала вот журналистам. У Куприянова есть оригинал, вот у Светланы. Суд поручил вам это исполнить, да? Нет, суд уже это исполнил. Этой двери уже нет. У нас есть бумага, в которой нам замглава администрации прописал, что вот эти ворота и калитка уже демонтированы, их не существует. У нас есть это подписано, поэтому мы ничего не демонтировали. Но уже любой мог сюда прийти и демонтировать это, да? Ну раз ее уже нет, Ее уже нету. Скворцов написал, что она уже демонтировала.